Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны Казанском федеральном университете, проходит Всемирная олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них – золотыми. Положительные, мне здесь нравится лично, хорошие условия, очень, мы удобно проживаем, и здесь, хорошо все организовано, на мой взгляд, только понаслышке, почти, ни разу здесь не бывал, ничего, к сожалению. Мы рассчитываем взять медали, а какие медали, уже как получится. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!